Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную первую игрушку для новорожденного ребенка. Зайчик. Сделана она в виде бублика. Подходит как грызунок. Можно вставить в голову какую-нибудь тарахтушечку, будет как погремушка. Украсить ее можно на любой вкус, сделать любым цветом, то есть как для девочки, так и для мальчика. Можно носик с глазками вышивать, можно носик вышить глазки бусинки, точно так же можно носик и связать небольшой такой шарик, пришить. В общем, все в принципе сделать гораздо безопаснее и удобная. Она очень сильно для того, чтобы брать в ручки. Она очень маленькая по размеру. В общем, в принципе, вот такая замечательная игрушечка может у вас получиться. Для декорирования можете использовать различные ленточки, бусинки, уже отталкиваясь от возраста ребенка. Итак, в общем, кому понравилось, конечно же, присоединяйтесь. Будем вязать вместе. Для вязания я буду использовать пряжу чистый хлопок от фирмы Alize Bella, 180 метров в 50 граммах, розовый и белый цвет. Вы уже смотрите на свое усмотрение, так как у меня игрушка для девочки, то буду использовать вот такие вот женские тона. Если же у вас игрушка для мальчика, можете взять голубой, синий, желтый, зеленый, в общем, в принципе, любой на ваше усмотрение. Иголочка для пришивания деталей, ножнички для обрезания кончиков. Буду наполнять наполнителем холофайбер, это силиконизированные вот такие вот шарики. Можете использовать синтепон, синтепух. Вот. И, конечно же, если вы предпочитаете глазки-бусинки, то вам понадобится две бусинки-глазки. Либо же для более безопасной игрушки можете просто вышить глазки, носик и так далее. Вот, тут вы уже смотрите на свое усмотрение, на возраст ребенка. Также нам понадобится ваша фантазия, хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Мы начнем вязание с головы, поэтому я беру ниточку розового цвета, это у меня основной будет цвет. И нам понадобится небольшой кусочек ниточки нейтрального цвета. То есть я буду отмечать начало, конец ряда ниточкой другого цвета. Хотите, можете взять маркер, пластиковый, булавочку, в общем, чем вам удобно. Итак, начинаем мы вязание с кольцами гуруми. Обхватываем наши два пальчика, закрепляем колечко воздушной петлей и провязываем в колечко 6 столбиков без накида, начиная 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петельки первого ряда я не рекомендую затягивать, чтобы вам удобно было вязать второй ряд. Придерживаем последнюю петельку, стягиваем наше колечко. Стягиваем плотненько, чтобы не было никаких дырочек внутри. И теперь я буду сразу вязать с вот этой вот ниточкой коротенькой, чтобы завязать краешек нитки, сразу заправить кончик. Вы хотите, можете это сделать в конце при вязании. Итак, смотрите, сейчас во втором ряду мы будем делать прибавление в каждую петелечку, провязывать 2 столбика без накида. Как мы делаем? Мы находим первую из 6 столбиков, первую петельку, кладу я на нее вот этот короткий краешек и рабочей ниточкой захватываю крючок, провязываю столбик без накида в первую петлю. И затем сюда же провязываю второй столбик. То есть я сделала в первую петлю прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Далее нахожу вторую петлю, сюда тоже провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. Третью точно так же, 2 столбика без накида в одну петлю. Четвертую 2 столбика без накида в одну петлю. Пятую 2 столбика без накида в одну петлю. И последний столбик наш, или последняя петелечка, шестая, в нее провязываю также 2 столбика без накида в одну петлю. Во втором ряду у нас увеличилось количество петелек или столбиков провязанных на 2, то есть 12 столбиков провязанных по кругу. Сейчас мы отмечаем начало ряда ниточкой другого цвета и будем чередовать прибавления, провязывая в первую петлю столбик без накида, а во вторую петлю делать прибавление, то есть 2 столбика без накида провязывать в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. Так будем делать 6 раз, чередуя столбик без накида, прибавление, столбик без накида, прибавление. Итак, столбик без накида, прибавление второй раз. Столбик без накида в следующую петелечку, прибавление 2 столбика без накида в одну петлю третий раз. Далее столбик без накида в следующую петелечку, 2 столбика без накида четвертый раз. Столбик без накида, прибавление в следующую петелечку, 2 столбика без накида
пятый раз и последний раз, вот он перед нашим маркером, перед отметочкой начала ряда, столбик без накида, и во вторую петелечку 2 столбика без накида. В этом ряду, в третьем, мы прибавили снова по кругу 6 столбиков без накида. То есть, как вы поняли, мы с вами сейчас провязываем просто обычный круг амигуруми с прибавлениями. По 6 прибавлений в каждом ряду. 12 столбиков прибавляем 6 столбиков, это 18 по кругу. Снова берем наш маркер, вытаскиваем и отмечаем начало ряда. Сейчас мы провяжем четвертый ряд. В четвертом ряду мы с вами будем чередовать уже столбик, третий столбик прибавления. Итак, находим первый столбик, в него провязываем столбик без накида. Во второй столбик без накида, а в третий делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, продолжаем столбик в следующую петелечку столбик, а в следующую провязываем 2 столбика в одну петлю. То есть делаем прибавление. Это второй раз. Снова столбик 1, следующую петелечку столбик 2, третью петелечку 2 столбика без накида. Это третье прибавление. В следующую петлю столбик, в следующую столбик, а в третью делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Это у нас четвертый раз. Снова столбик, прибавление, столбик, прибавление. То есть можете так про себя и проговаривать, чтобы вам было удобно считать. Хотите, можете как-то для себя отмечать, какой вы ряд вяжете. Можете просто понимать, что в каждом ряду по 6 столбиков прибавляется. Значит, 6 раз чередование идет столбиков прибавлений. Ставим отметочку в начало ряда. В следующем ряду мы будем провязывать уже подряд 3 столбика в каждую петелечку по столбику, а в четвертый делать прибавление. Начинаем отсчитывать первый столбик, далее в следующую петлю второй столбик, в следующую третий, а в четвертую делать прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, в следующую петлю столбик 2, в следующую петлю столбик 3, а в четвертый столбик делать прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, чередуем 3 столбика по столбику в каждую петлю и в четвертую петлю делаем прибавление. 2 столбика без накида в каждую петлю. Так вяжем до отметочки конца ряда. Довязали до конца ряда, и как вы поняли, уже у нас конец каждого ряда будет заканчиваться очередным прибавлением. То есть 6 раз чередования заканчивается прибавлением. Снова отметочку начало-конец ряда переносим в начало следующего ряда. И теперь будем делать снова 6 прибавлений, чередуя уже 4 столбика без накида. Пятый делать прибавление. То есть у нас с каждым последующим рядом прибавления прибавляется по одному столбику между прибавками. То есть вот они у нас 6 прибавлений. Как вы уже поняли, они уже идут над друг дружкой. То есть это очень хорошо видно. Без смещения вы уже видите прибавления друг над дружкой в каждом последующем ряду. И вот между ними, между вот этими рогаточками, будет прибавляться количество столбиков, провязанных в каждую петлю по столбику. И начинаем отсчитывать первый столбик, следующую петлю второй столбик, следующую петлю третий столбик и следующую четвертую. А в пятый столбик провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик первый, столбик второй, следующую петлю столбик третий, следующую столбик четвертый. А в пятый провязываем 2 столбика без накида в одну петелечку. Итак, чередуем 4 столбика и прибавление до конца этого ряда. Довязали шестое прибавление, снова закончилось прибавлением, как вы видите, 2 столбика без накида в последнюю петлю. Сейчас у нас получается чередование было 4 столбиков прибавка, то есть по кругу у нас 36 столбиков без накида провязано, или 36 петель. Снова ставим отметочку в начало этого ряда. И теперь будем чередовать уже 5 столбиков по столбику в каждую петлю, а в шестую делать прибавление. Начинаем отсчитывать первый столбик, в следующую петелечку второй столбик, в следующую третий, в следующую четвертый и в следующую пятый. А в шестой провязываем 2 столбика без накида, то есть делать прибавление. Вот вы видите уже прибавление над прибавлениями, еще четче видно. И вот над этими прибавлениями мы будем делать первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. А в шестой делаем над прибавлениями предыдущего ряда прибавление в этом ряду. 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, делаем еще 4 прибавления.
Довязали до конца ряда, сделали 6 прибавлений. По кругу у нас 42 столбика без накида или 42 петелечки. Смотрите, сейчас нам с 8 по 13 ряд, то есть 8, 9, 10, 11, 12 и 13, 6 рядочков нужно провязать по 42 столбика без накида по кругу. То есть каждую петелечку провязывать по столбику 6 рядочков. Если мы 6 умножим на 42 столбика, это получается 252 столбика без накида. Начиная с первого сейчас столбика, отметьте начало ряда нашим маркером ниточкой. И начинаем отсчитывать 252 столбика без накида в каждую петлю по столбику, либо от этого маркера, затем посчитаете, провязывая каждый ряд. Можете использовать, в принципе, счетчик рядов, можете использовать какие-то спички, палочки для того, чтобы не запутаться, либо же просто потом после отметочки отсчитаете 6 рядочков в высоту, не 7, 6. И начинаем отсчитывать 252 столбика, если вам так удобно. Первый, второй, далее вяжем в следующую петлю третий, в следующую четвертый, пятый, шесть, семь, восемь, девять, 250, 251 и 252. Все, довязали. Если вы высоту посчитаете от маркера последнего прибавления, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядочков в высоту провязано. Итак, мы сделали с вами донышко расширения. Теперь провязали высоту, и нам нужно сделать убавление нашей головы. Смотрите, мы закончили прибавление на 5 столбиках без накида, затем сделали прибавление. Сейчас мы будем точно так же, но в противоположном направлении убавление делать. То есть мы начнем с 5 столбиков убавлять, затем постепенно будем в каждом ряду делать на 1 столбик меньше между убавлениями. Смотрите, берем, переносим наш маркер в начало ряда и, начиная уже с 14 ряда, будем делать убавление. Итак, провязываем подряд 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5, а затем делаем убавление. Убавлять мы будем 2 столбика, провязывать вместе. Можно сделать это двумя способами. Есть первый классический способ. Это за следующую петелечку захватываем рабочую ниточку, делаем полупетлю. И в следующую, то есть уже третью по ходу, делаем захват рабочей ниточки, полупетлю. У нас на крючке основная рабочая петля и 2 полупетли со следующих 2 петелек. 3 петли соединяем общей вершиной рабочей ниточки. Можно делать такие убавления, но я буду делать тайные убавления, чтобы их меньше было видно. Смотрите, беру полупетлю переднюю стеночку первой петли и полупетлю переднюю стеночку второй петли. То есть на крючке у меня рабочая петля. И за ней 2 полупетли, 2 передние стеночки следующих 2 петелек. Захватывая рабочую ниточку, пропуская сквозь эти 2 полупетли передние стеночки, у меня на крючке 2 петли, и довязываю их рабочей ниточкой, захватываю, делаю 1 петлю. То есть я провязала сейчас за 2 передние стеночки 2 полупетелек столбик без накида, самый обычный. Итак, отсчитываем 5 столбиков без накида, провязываем их первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, в следующую четвертый провязываем и в следующую пятый. А шестой и седьмой я захватываю только передние полупетельки, то есть за переднюю стеночку 2 полупетли. И провязываю такой же столбик без накида, обычный. Снова отсчитываем первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. Затем снова беру шестую и седьмую только за передние стеночки и провязываю столбик без накида. То есть здесь, я думаю, что вам должно быть все понятно. Вот такие вот убавления делаю я. Хотите, можете делать стабильные, классические, обычные убавления за 2 полупетли. То есть шестую, седьмую набирать полупетли, делать общую вершинку. Я буду делать вот такие, так как они менее видны, рубчики. То есть они будут не более видны, чем прибавление.
Поэтому я их люблю. Если вы будете делать классические, то, соответственно, у вас будут такие более выявленные рубчики. Итак, провязывая снова первый столбик, далее второй, третий, четвертый и пятый. А шестой, седьмой я захватываю только передние полупетли и провязываю столбик без накида, самый обычный. Так я буду делать до конца ряда. 5 столбиков убавления. Ряд у нас закончился шестым убавлением. Переносим ниточку в начало ряда следующего. И теперь, как я вам уже говорила, с каждым последующим рядом мы будем убирать один столбик между убавлениями. Значит, сейчас мы будем провязывать уже 4 столбика без накида и делать убавление. Это у нас 15 ряд. Итак, начинаем первый столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую третий столбик и в следующую четвертый столбик. Далее 5, 6 я снова захватываю передние полупетельки, передние стеночки петелек и провязываю столбик без накида. Снова отсчитываю первый столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую третий столбик, следующую четвертый столбик. 5, 6 я захватываю только передние стеночки и провязываю столбик без накида. У меня пошло смещение убавления немножечко вправо на одну петелечку. И так с каждым последующим рядом у меня будет немножко уходить вправо моя полосочка убавлений. То есть здесь у нас шло расхождение как бы вот такое в виде паучка в начале, то такое будет и убавление. Итак, снова отсчитываем первый столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую третий и следующую четвертый. Пятый, шестой я захватываю передние полустеночки, вот эти вот полупетельки, и делаю столбик без накида за 2 стеночки. Так мы провязываем до конца ряда 4 столбика без накида, убавление. Ряд закончился шестым убавлением. Если у вас ряд заканчивается не убавлением, вернитесь на начало ряда и просчитайте заново ваши столбики и убавления. Может, вы где-то потеряли один столбик, либо несколько, либо наоборот где-то забыли сделать убавление. Поэтому смотрите, ряд начинается у нас со столбиков, заканчивается с убавлением. Теперь мы снова маркер переносим в начало ряда следующего. И теперь снова забираем столбик между убавлениями. У нас было 4 столбика убавления, значит сейчас будем провязывать 3 столбика и делать убавление. Начинаем отсчитывать первый столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую петлю, третий. Четвертый, пятый столбик захватываем за передние стеночки, полупетелечки и провязываем столбик без накида за 2 стенки. Снова отсчитываем первый столбик, в следующую петлю провязываем второй столбик, в следующую петлю третий столбик, а затем четвертый и пятый столбик мы провязываем вместе за 2 передние полупетли, за 2 передние стеночки вот эти. Провязываем столбик без накида и так чередуем до конца ряда 3 столбика без накида и делаем убавление. Снова ряд закончился убавлением, переносим маркер в начало ряда. И опять убираем одну петелечку или один столбик между убавлениями. То есть сейчас будет чередование 2 столбиков без накида. Смотрите, у нас получается был провязан 16 ряд и по кругу сейчас 24 петелечки или 24 столбика без накида. В каждом ряду мы с вами забирали по 6 столбиков. То есть было 36 после последнего провязывания ряда первого убавления. Потом 30, потом 24, сейчас будет 18. То есть мы чередуем 2 столбика без накида и делаем убавление. Первый столбик, второй столбик, затем третий, четвертый за 2 передние полупетли, за 2 стеночки, провязывая столбик без накида. Снова 2 столбика убавления, 2 столбика убавления. И так чередуем 6 раз до конца ряда. Довязали до конца ряда, у нас сейчас по кругу провязано 18 столбиков без накида или 18 петелек. Я вытащила маркер и привытянула последнюю петельку для того, чтобы нам было сейчас удобно наполнить. Как раз таки пришел момент для того, чтобы наполнить голову. Затем у нас будет вот это отверстие уменьшаться с каждым рядом, поэтому, чтобы вам было просто удобнее, я вам предлагаю сейчас начать наполнение. А затем по ходу закрытия петелек мы будем еще донаполнять. То есть сейчас берем наш наполнитель и постепенно-постепенно проталкиваем его в серединку.
Я хочу, чтобы вы наполнили как бы плотненько, но не совсем, для того, чтобы было плотно, но мягко. То есть, смотрите, если вы наполните прям, скажем так, плотно-плотно, то получится такая вот как деревяшка. Поэтому не рекомендую так наполнять. Все-таки это как бы детская игрушка, и она должна быть воздушная, легкая такая. И, ну, в общем, сама по себе не тяжелая. Итак, наполняем, передаем форму, распределяем холофайбер или какой-то другой наполнитель, который вы взяли, по всем уголкам, по всем стеночкам, то есть максимально выравниваем вот эти вот изгибы различные и углы. Они у нас должны быть максимально круглыми, ровными, красивыми. Вот, поэтому наполняем и затем будем делать очередное убавление, очередной ряд. Для того, чтобы закрыть максимально это отверстие. Вот я наполнила, но не до конца. Смотрите, она у меня нежная, мягенькая, но я наполнила не до конца, для того, чтобы у меня здесь не вылазил холофайбер, когда я буду еще вязать. Теперь смотрите, я подтягиваю вот эту петельку, которую я привытаскивала снова на крючок. И сейчас я буду чередовать, уже убирая снова один столбик, значит, будем чередовать один столбик без накида, делать убавление. То есть это у нас 18 ряд. Хотите, можете поставить начало ряда ниточку, мне она будет мешать, поэтому я буду сразу отсчитывать 6 убавлений. Смотрите, провязываем столбик, убавление. Убавление делаем все точно так же. Это раз. Затем столбик, убавление. Делаю это 2. Снова столбик. Придерживаем холофайбер, чтобы он нам не мешал. Убавление это 3. Столбик, убавление. Четвертый раз. Я придерживаю еще наполнитель, чтобы он мне не мешал. Снова столбик. Убавление 5 раз и столбик убавления 6 раз. После 6 убавления у нас должно по кругу быть 12 столбиков без накида провязанных или 12 петелек вот здесь по кругу. И теперь мы еще привытаскиваем крайнюю петельку и опять наполняем. То есть берем снова наш наполнитель. И наполняем максимально уже до конца. То есть мы уже, в принципе, после этого наполнять не будем. Снова распределяем хорошо по краям, сколько у вас вмещается наполнителя. Убирает в себя в голова, столько туда и всовывайте, наполняйте. Хотите, можете вставить какую-то погремушку, хотите, можете вставить какой-то звоночек. Но звоночек, наверное, холофайбер все-таки заглушит, поэтому все-таки какую-то можно вставить тарахтушку, либо такую вот пищалочку, либо нажималочку, которая говорящая. Ну, то есть это уже, конечно же, на ваше усмотрение, на вашу фантазию, вкус. Вот, это у меня для совсем маленького ребеночка, поэтому я делаю вот так вот просто, мягенькое, безопасное, нежное, вот такое вот, скажем, первую игрушку для ребенка. Вот, хорошо, плотненько наполняем еще и будем делать полное закрытие петелек головы. Как мы его сделаем? Смотрите, вот, в принципе, я уже донаполняла. Делаю так, чтобы у меня не вытаскивался холофайбер, туда его хорошо протаскиваю. И снова подтягиваю крайнюю петельку. Сейчас я буду делать подряд 6 убавлений. То есть, смотрите, я без каких-либо провязываний столбиков делаю сразу убавление. 2 полупетелечки беру, захватываю и провязываю столбик без накида. Раз. 2 полупетелечки захватываю, провязываю столбик без накида. За них 2. Теперь снова 2 полупетелечки провязываю третий столбик. 2 полупетелечки четвертый столбик. 2 полупетелечки провязываю пятый столбик, это уже пятое убавление, и последнее шестое убавление, 2 полупетелечки провязываю шестой столбик без накида за 2 петли.
Смотрите, у нас полностью закрылась голова. То есть, смотрите, у нас по кругу осталось здесь 6 петелек или 6 столбиков без накида. Но мы уже сквозь них не можем ни наполнить, ни как бы уже, в принципе, ничего не вытаскивается. Что мы делаем? Смотрите, мы вытаскиваем совсем маленький кусочек ниточки. То есть, где-то сантиметров можете оставить 8-10, ну, то есть, как вам удобно. И отрезаем вот эту ниточку, вдеваем ее в иголочку. Отрезали ниточку, вдели в иголочку. И теперь смотрите, у нас подряд идут 6 полупетелек, 6 вот здесь вот наших столбиков без накида. Что мы делаем? Мы захватываем снизу вверх первую петлю, затем вторую петлю, третью, четвертую, пятую и шестую. И хорошо стягиваем все эти петельки. Вот они, хорошо стянутые. Теперь берем, вводим в серединку, где-то вот так вот сбоку выводим иголочку. И хорошо еще раз подтягиваем. То есть смотрите, мы таким образом стянули отверстие из 6 столбиков без накида. Сейчас у нас отсюда наполнитель не будет вытаскиваться. Все очень закрыто. Теперь что мы делаем? Мы пускаем несколько стежков в боковые стеночки в разные стороны. Ну, как бы закрепляем просто ниточку. Вот так вот. У меня короткая ниточка. Мне не нужна как бы длинная была, поэтому я отрезала максимально коротко. Вот так вот ниточку. И теперь просто выводим иголку в любую сторону. И хорошо под край выхода ниточки вот здесь отрезаем вот этот краешек. Он нам больше не нужен. И получилась вот такая замечательная голова. То есть, смотрите, вот оно начало наше, вот он конец. То есть, в принципе, получилось одинаково. Теперь придаем такую вот форму шарика, кружочек такой вот у нас. Получился красивенький. Как вы видите, благодаря тому, что наполнитель такой воздушный, получилось и мягко, и в то же время не видно никаких уголков и сильно больших переходов. И благодаря вот этим тайным убавлениям, в принципе, убавлений практически не видно. Если делать классическим, то там более видно. И смотрите, получилась вот такая замечательная голова. Теперь приступим к вязанию туловища. Берем снова нашу ниточку. Туловище я буду чередовать с белым цветом. То есть я буду провязывать 4 ряда основной ниточкой розового цвета, значит. И чередовать через 4 ряда буду менять ниточку белого цвета. Итак, для начала я отступлю от края где-то сантиметров 10, можно чуть больше. И начинаю набирать цепочку из 13 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Теперь поворачиваю цепочку вот так вот ровненько, не перекручивая. Нахожу первую петлю и делаю в нее соединительный столбик. Замкнули в колечко наше вязание. И теперь по кругу нам нужно провязать 13 столбиков без накида. Каждую петелечку мы будем провязывать по столбику без накида. Вот так вот. Один во второй. И провязываем довольно-таки плотненько, чтобы при изгибе нашего колечка тела не вылазил наполнитель. То есть мы вяжем плотненько, начиная с первого ряда. Все вяжем аккуратненько, красивенько и плотненько. То есть провязываем по кругу наши 13 столбиков без накида в каждую, то бишь из петель воздушной цепочки по столбику без накида. То есть нам нужно провязать вот такую вот трубочку, длиной которой нам нужно колечко. Колечко-держачок будем его называть. И вот так вот, провязав 13 петелек по столбику, мы продолжаем по спирали вязать за 2 уже стеночки, обратите внимание, за 2 полупетли. Вот, вяжем дальше по спиральке. Вот этот краешек ниточки, который мы оставляли при наборе цепочки, вытаскиваем в переднюю сюда часть. Это у нас будет ниточка для пришивания головы
или сшивание кольца. Мы колечко будем сшивать. То есть нам нужно связать вот такую вот трубочку из 13 петелек по кругу. И я буду вязать 50 рядочков. Но так как я буду через каждые 3-4 ряда менять столбики, то возможно, а точнее как цвет, то возможно мне придется добавить каких-то там пару рядочков для того, чтобы красивый был переход из цвета в цвет. Вот, в общем, нам нужно провязать трубочку из 50 рядочков. Вяжем 13 столбиков по кругу, 50 рядочков. И вот я связала трубочку, поменяла, как я вам уже говорила, ряды. Через каждые 4 я решила ряда сменить цвет на белый с основного. И наполняем ее тоже холофайбером. Причем наполняем мы с двух сторон, с одной стороны и с другой стороны, чтобы было максимально равномерно. А после того, как мы связали трубочку и наполнили, нам ее нужно вот так вот сшить. То есть нам нужно сделать из нее максимально кружочек. Он, конечно, кружочком не будет, он будет такой вытянутый слегка, как сшитая подковка. То есть, в принципе, можно было бы сразу голове пришивать вот таким вот образом. Но мне кажется, так получается как бы зайчик без шеи, поэтому я решила сначала сшить вот это колечко, вот так, а затем уже пришить к этому колечку голову, то есть вот так вот. Мне так почему-то понравилось больше. Конечно, можно было бы в оригинале, если сшиваем мы здесь шовчик делаем, то затем закрыть более толстой трубочкой, то есть толще в диаметре, к примеру, 16 петелек по кругу провязать, а затем одеть на этот шовчик и сшить. Но, в общем, честно говоря, я не стала затруднять работу, поэтому решила вот так вот вам показать один из способов именно вот такого вот грызунка. Хотите, можете здесь в серединочку при наполнении холофайбером добавить 3 слингобусины вот такого диаметра, как трубочка, для того, чтобы можно было грызть. Но меня попросили сделать мягенький, то есть я так и сделала, мягкий, в то же время упругий. Вот, поэтому, ну, в общем, буду делать вот так. Вы хотите, можете сделать и со слингобусинами можжевеловыми, хотите, можете сделать просто, как я, с наполнителем. В общем, наполняем нашу трубочку и сшиваем в кружочек. Вот я сшила колечко, у меня получилось такое замечательное колечко. Теперь иголочку я оставляю с ниточкой сверху для того, чтобы было чем пришить голову, и приступаю к вязанию ушка на голову. Беру ниточку снова основного цвета розового и делаю кольцо амигуруми, обхватываю два пальчика, как мы с вами делали на голову, и закрепляю. В колечко набираю 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживая последнюю петельку, стягиваю колечко. Теперь мне нужно каждую петельку сделать по прибавочке, то есть провязать в каждую из 6 столбиков по 2 столбика без накида. Нахожу первую петелечку, затем кладу на нее вот этот краешек ниточки и буду сразу его завязывать. Итак, в первый столбик провязываем 2 столбика без накида. Затем в следующий столбик или в следующую петелечку, как вам проще, провязываем 2 столбика без накида. Теперь в третью провязываем 2 столбика без накида. Четвертую провязываем 2 столбика без накида. Пятую 2 столбика без накида. И последнюю, шестую, 2 столбика без накида. Теперь у нас по кругу провязано 12 столбиков без накида. Теперь мы вот этот краешек, который уже завязан у нас, вытаскиваем наружу и как бы отмечаем начало ряда вот этой ниточкой. Теперь чередуем столбик-прибавка, столбик-прибавка. То есть провязываем в первую петелечку столбик без накида, а в следующую петелечку провязываем 2 столбика без накида. То есть делаем прибавление. В третью петелечку столбик, в четвертую 2 столбика без накида в одну петлю. В пятую столбик, в шестую прибавочка, 2 столбика без накида в одну петлю. Снова чередуем столбик, прибавочка, то есть 2 столбика. Столбик,
прибавочка. Так чередуем до конца ряда, то есть до отметочки, которую мы вытащили в начале ряда, вот этой ниточки. У меня остался один раз, поэтому я провязываю столбик и еще последняя прибавочка. Как вы видите, ряд у меня закончился прибавлением, поэтому все должно быть точно так же. Теперь по кругу у нас добавилось к 12 еще 6 столбиков без накида, то есть 18 столбиков у нас сейчас по кругу. Что мы делаем? Мы теперь отрезаем вот этот краешек ниточки, которая у нас уже завязана, и мы отмечали начало ряда. Теперь мы ей снова отметим начало следующего ряда. Поставим ее вот так вот в начало. И сейчас у нас провязан был третий ряд с 4 по 7, то есть 4, 5, 6 и 7, 4 ряда. Нам нужно провязать по кругу 18 столбиков без накида. То есть в каждую петелечку нам нужно провязать по столбику без накида. Итак, начинаем провязывать первый ряд, затем точно так же второй ряд в каждую петелечку по столбику, третий и четвертый ряд. То есть я поставлю отметочку в начало этого ряда. Вот она у нас. И буду отсчитывать 72 столбика без накида, то есть 4 раза по 18. Я провязала уже 2, 4, 6, 7 столбиков, далее иду 8, 9, 10, 70, 71 и 72. Провязали 4 ряда, 1, 2, 3, 4 после последнего прибавления. И теперь что мы делаем? В восьмом ряду мы сделаем убавление. Но убавление не так, как стандартно мы делаем с чередованием столбиков, а просто 2 убавления по краям ушка. То есть смотрите, провязываем убавление сразу же. Первую и вторую полупетелечку захватываем и провязываем столбик без накида. Затем провяжем подряд 7 столбиков без накида. 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5, 6 и 7. Затем снова провязываем убавление. За 2 передние полупетли захватываем и провязываем столбик без накида. И до конца ряда довязываем оставшиеся 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Мы просто по обеим сторонам ушка убавили по петелечке. Теперь смотрите, у нас получается было 18 столбиков мы с вами провязывали, когда было 4 ряда. Сейчас мы убавили 2 петли, поэтому 16. 9 и 10 ряд мы с вами провяжем 16 столбиков без накида в каждую петлю по столбику без каких-либо изменений. То есть 2 ряда по 16 столбиков, это получается 32 столбика без накида. Я сразу отсчитываю 32 столбика без накида. Итак, первый столбик, далее второй, третий, 4, 5, 30, 31 и 32. Провязали 32 столбика без накида по кругу, по спиральке. И теперь снова сделаем в 11 ряду убавление. Точно так же по краям, по убавлению. То есть мы сразу в начале ряда делаем убавление. 2 полупетелечки захватываем. Провязываем столбик без накида, затем провязываем уже 6 столбиков без накида вместо 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, так как мы убавили перед этим 1 столбик. Снова делаем убавление за 2 передние стеночки, 2 полупетелечек захватываем и провязываем столбик без накида. До конца ряда у нас остается 6 петелек, поэтому провяжем каждую из петелек по столбику, то есть 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6 столбик без накида. Мы с вами в этом ряду снова убавили 2 петельки или 2 столбика. 16 минус 2, значит по кругу у нас 14 столбиков без накида. 12 ряд мы так и провяжем 14 столбиков. И начинаем считать первый столбик, за ним второй столбик, третий, четвертый, 11, 12, 13
и последний 14 столбик по кругу. Провязали 14 столбиков по кругу, и сейчас мы снова сделаем 2 убавления по обеим сторонам. В начале ряда начинаем делать первое убавление, затем уже провяжем не 6, а 5 столбиков без накида, так как мы сделали убавление. 1, 2 столбик, 3, 4 и 5. После 5 столбика делаем очередное убавление с боковой стороны. За 2 передние полупетли захватываем и провязываем столбик без накида. И до конца ряда довязываем оставшиеся 5 столбиков без накида. 1, 2 столбик, 3, 4 и 5. По кругу у нас, благодаря 2 убавкам, 14 минус 2, 12 столбиков без накида. В 14 ряду мы сейчас провяжем эти 12 столбиков без изменения. Первый столбик, за ним второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Провязали столбики без накида, без изменения. В 15 ряду мы снова сделаем 2 убавочки по бокам. Начинаем с убавления. 2 полупетелечки, 2 стеночки передние, 2 петелечек захватываем. Делаем столбик без накида за 2 петли. Теперь провяжем 4 уже теперь столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Снова делаем со второй стороны убавление. 2 стеночки передние захватываем и провязываем столбик без накида. Я думаю, что убавления здесь уже вам понятны. И до конца ряда у нас осталось 4 столбика без накида. 1 столбик, 2 столбик, 3 и 4. Довязали до конца ряда, снова убавили 2 петли по краям. У нас осталось всего 10 столбиков без накида по кругу. Мы эти 10 столбиков без накида так и провяжем без изменения. 1, 2, далее 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Последний столбик довязан. Делаем соединительный столбик в следующую петлю и вытаскиваем ниточку. Оставляем где-то сантиметров 10-12 для пришивания. Ниточку можно отрезать. Теперь что мы делаем? Мы вытаскиваем, повернув к себе серединкой, вводя крючок в серединку, с серединки наружу, вот так вот. Вытаскиваем в серединку, то есть замыкаем кружок. Вот эта ниточка, которая у нас отметочка ряда, можно ее вытащить, она нам не нужна. И вот смотрите, благодаря убавочкам по краям у нас постепенно шло убавление для вот такого вот закругления красивого ушка. Теперь нам нужно такие детальки связать, 2 штучки. Ушки мы не наполняем, а просто немножечко вот так вот приплюскиваем в серединку верхушку, та, которая у нас более пошире сторона. И вот они, 2 ушка замечательные у нас готовы. Теперь мы приступаем к вязанию лапок. Лапки я буду вязать тоже ниточкой розового цвета. Делаю кольцо амигуруми и закрепляю. В колечко набираю 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаю петельку и стягиваю наше колечко. На самом деле лапка вяжется очень похоже на ушко, только в уменьшенном виде. Теперь смотрите, мы из 6 должны сделать 12 столбиков. Поэтому, начиная с первой петелечки, мы начинаем делать прибавление. Я, как всегда, кладу краешек коротенькой ниточки, которая у нас была при наборе кольца амигуруми, при наборе 6 столбиков без накида. Провязываю в первую петельку 2 столбика без накида.
Во вторую петельку провязываю также 2 столбика без накида. Постепенно завязываю краешек ниточки. Третью 2 столбика без накида. Четвертую петелечку 2 столбика без накида. Или в четвертый столбик, как вам будет удобно. Пятый 2 столбика без накида. И в шестую петельку или в шестой столбик 2 столбика без накида. Теперь по кругу у нас 12 столбиков без накида провязано. Мы сейчас берем краешек вот этот ниточки, который мы уже завязали, вот так вот кладем наверх и будем сейчас, начиная с 3 по 5 ряд, то есть 3, 4 и 5 вязать по кругу наши 12 столбиков без накида. Если мы 3 ряда умножим на 12 столбиков, это получается 36 столбиков без накида нам нужно провязать по кругу. Поэтому я начинаю отсчитывать сразу 36 столбиков. 1, в следующую петелечку 2 столбик, в следующую 3, далее 4, 5, 6. У вас немножечко постепенно будет закругляться, так оно и должно быть. 7, 8. 31, 32, 33, 34, 35 и последний 36 столбик без накида. 3 ряда провязаны столбиков и теперь нам нужно сделать по обеим сторонам по убавлению. То есть смотрите, мы в начале ряда, как и на ушке, делаем убавление за 2 передние полупетли, провязываем столбик без накида. Затем средние 4 столбика без накида мы провяжем в каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3 и 4. Затем с другой стороны делаем убавление. 2 полупетелечки захватываем, провязываем столбик без накида. И до конца ряда у нас остается 4 петельки. Значит, провязываем 4 столбика без накида. 1, 2 и 3, 4. Довязываем до конца ряда просто столбики без накида. У нас уже убавилось по краям 2 петельки, значит 12 минус 2, 10 столбиков без накида по кругу. 7, 8 ряд нам нужно провязать 20 столбиков без накида, то есть 2 ряда по 10 столбиков. Я так и начинаю отсчитывать 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 17. 18, 19 и последний 20 столбик. Провязали 2 ряда столбики без накида, а теперь привытяньте последнюю крайнюю петельку и немножечко возьмите наполнителя. Нам нужно сейчас вот сюда вовнутрь немножечко положить холофайбера, либо другого наполнителя, который вы взяли. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы лапке придать более такую форму, чтобы была не просто приплюснутая, а вот такая вот, как гулечка была внутри лапки. Как бы была немножечко шире, чем сама ручка. То есть, как у нас кисть шире, чем рука. Немножечко наполнили туда наполнителя. Можно еще немножечко больше. То есть, как на ваше усмотрение, мы туда немного наполняем наполнителя и будем снова делать уменьшение. Немножко наполнили и теперь продолжаем вязать. Делаем снова 2 убавления по краям. То есть начинаем ряд с убавления. 2 полупетелечки захватываем за переднюю стеночку и провязываем столбик без накида. Теперь у нас уже 3 столбика без накида до второй стороны. Один провязываем столбик, затем второй и третий. И теперь опять делаем второе убавление с другой стороны. За 2 полупетелечки провязываем столбик без накида. И довязываем до конца этого ряда 3 столбика без накида. Один столбик, второй и третий. Мы убавили снова 2 петелечки. Поэтому у нас по кругу 8 столбиков без накида или 8 петелек. Что нам нужно сделать? Нам сейчас нужно провязать с 10
по 13 ряд. То есть 10, 11, 12, 13, 4 ряда по 8 столбиков без накида по кругу. Если мы 4 умножим на 8, это получается 32 столбика без накида. Поэтому я, начиная с первой петелечки, отсчитываю просто 32 столбика без накида. Хотите, отметьте начало ряда краешком ниточки и считайте 4 ряда. В общем, как вам удобно. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 29, 30, 31 и 32. Теперь делаем следующую петельку, соединительный столбик. И вытаскиваем, оставляем ниточку где-то сантиметров 10-12 для пришивания. Вытаскиваем рабочую нить. Теперь с внутренней стороны на внешнюю вытаскиваем крючок. И вводим вот так вот, вытаскивая ниточку в серединку. Краешек ниточки, которые мы отмечали начало ряда, можно отрезать. Он нам больше не нужен. Вот такая замечательная ручка у нас получилась в итоге. Нам нужно такие ручки связать две детальки. Остальную, вот эту верхнюю часть, можете не наполнять. Она нам, в принципе, нужна такая более приплюснутая и в уменьшенном виде, чем краешек. То есть вяжем две ручки абсолютно одинаковые и... Сейчас начинаем, приступаем к сборке всех деталей. То есть, смотрите, у нас есть голова, у нас есть туловище, кольцо, у нас есть две ручки и у нас есть ушки. То есть, мы пришиваем ушки, ручки и туловище друг к дружке. То есть, делаем сборочку. Я думаю, что здесь абсолютно ничего сложного нет. Просто пришиваем голове ушки на равном расстоянии друг от дружки. То есть хотите, можете вот так, хотите, можете вообще вниз пришить, то есть это если уже вам так нравится больше. Можете ближе, совсем прям рядышком друг дружки, можете на вот таком расстоянии пришить, то есть уже включаете свою фантазию. Затем пришиваете уже голову с ушками к туловищу и затем пришиваете ручки на одинаковом расстоянии опять же друг от дружки. То есть вот так приблизительно должно выглядеть в итоге после сборки ваша зайка. Затем мы приступим непосредственно к самому украшению и оформлению игрушки. И вот после того, как мы собрали все детальки, пришили все аккуратненько, это у меня осталась ниточка после пришивания, я решила ее пока не отрезать, так как она мне может понадобиться. Теперь мы включаем свою фантазию. Мы можем использовать для декорирования игрушки и ленточки различные атласные, какие-то, может быть, цветочки, бусинки, пуговички. Но учитывайте возраст ребенка. То есть, если позволяет использовать бусинки либо какие-то жесткие предметы для украшения, то, пожалуйста, пришивайте. Если же у вас совсем масенький ребеночек, то желательно я вам рекомендую все вышить. То есть берете ниточки любого цвета, либо это могут быть тоже розовые, но другого оттенка, либо это оранжевые, либо это красные. В общем, любые, в принципе, ниточки можете использовать мулине, можете для, в общем, швейные ниточки, можете для вязания ниточки в одно сложение, какой-нибудь там маленькую, скажем так, прутик маленький вытаскиваете из общей ниточки. И вот им можете вышить носик. То есть вот так вот делите ниточку любого цвета и вышиваете наметочными швами обычными носик. То есть такой вот треугольничек. Глазки тоже можете маленькие, черненькие какие-то, бровки, реснички. В общем, это все на ваше усмотрение, на ваш вкус вышиваете. Можете использовать, за пример, мой. То есть, в принципе, как хотите. В общем, здесь включаете свою фантазию и украшаете на свой вкус. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Конечно же, спасибо, что вязали со мной. Оставляйте лайки. Комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.